Посылка приходит в таком виде. Ну, там адрес, пакет и вот так вот сильно запечатано. Открывать нужно аккуратно. Здесь у нас еще один пакетик, в котором, собственно говоря, и есть наше стеклышко. Стекло заказываю уже не первый раз, поэтому доставать его знаю как. За вот эту вот обложечку. Ну что, как говорится, сразу в бой. На стекле имеется защитная пленка с хлястиком. И все, сверху ничего нет. Есть нюанс небольшой по поклейке данного стекла. Сначала его нужно примерить. Вот, оно идеально ложится. Выставляем как нам нужно. Вот и все, в принципе. Теперь нам понадобится скотч. Я возьму широкий скотч, приклею его прямо на стекло и еще раз аккуратненько выставляем. Если нас все удовлетворяет, то будем делать замок. Проклеиваем по стеклу. Вот теперь, я думаю, будет идеально. Начинаем проклеивать прямо на наш чудо-чехол. Нет, чуть-чуть сдвинул. Возвращаемся обратно. Так, ловим центр, чтобы у нас все идеально легло. Хоп. Легким движением проверяем, все отлично. За хлястик, который нужно снимать, поднимаем. Немножко простыл, ну да ладно. Берем первую влажную салфетку и ею нужно пройтись полностью, удалив все загрязнения. Она по ходу спиртовая, но в крайнем случае ощущается как спиртовая салфетка. Вот, после того, как мы ее прошли, многие обычно проходят первой и сразу начинают клеить, но нет, с этим стеклом так не работает. Здесь нужно взять сухую салфетку, вытереть все насухо, потому что между самим стеклом и телефоном будет пустота. И эта пустота, если там останется влага, она не выйдет. Там есть микрозазорчик такой. С этим я уже столкнулся в прошлый раз, когда я не вытер телефон, приклеил в надежде, что все уйдет. Оно не ушло. И потом там не было пыли, но там была целая туча разводов. Вот такие, как сейчас на стекле у меня. Вы, наверное, не видите, но под углом это все легко увидеть. Поэтому
теперь самый главный секрет в поклейке данных стекол. Это обычная тряпочка для очков, которой нужно отполировать все это дело, чтобы не оставалось разводов. Потом, впоследствии, вы скажете спасибо за такой лайфхак, ибо они будут очень сильно раздражать волосок. И еще раз проходимся сухой тряпочкой номер 2. Далее снимаем защитную сторону. И опускаем наше стекло на место. Все. Пошла магия. Теперь аккуратно отклеиваем наш импровизированный замок. Берем кредитную карточку и уже кредитной карточкой выгоняем всю оставшуюся пустоту. После того, как мы это все сделали, насухо протираем наше стекло тряпочкой для очков. Вот и все. На ваших глазах я только что поклеил стекло, которое является бомбовским стеклом, которая будет защищать мой гаджет, не сильно выпирая за пределы чехла. В общем, как-то так. И не осталось ни единого следа от всякой мелочи. То есть туда ничего не попало. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. Всем пока. Секундочку, чуть не забыл. Весь мусор нужно выбрасывать в мусорное ведро. Ссылка будет в описании, вот в этом углу, на протяжении всего видео. Подписываемся на канал, добавляемся в друзья. Всем пока!